Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию! Вот задание на первый тур. Крутите барабан. То есть у католиков и отсутствует у православных. Сектор «Плюс» на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Опил. Открой. Откройте! Так, и что? Крутите барабан. Крутим. 400 очков. Буква А. Нет, неверно. Крутите барабан. Сектор «Приз». Вы какую шкатулку выбираете? Ага, есть! Давайте, назовите букву. Е. Угу. Открыть! Прощайте, барабан. Класс. Первая есть, последняя есть. 500 очков, буква. И. Откройте букву И. Что, будете крутить? 850 очков, буква. У. Рискнем. Я поражен. Неверно. Будете крутить барабан? Восемьсот пятьдесят очков. Буква. А. Понял. С. Ой. Откройте букву С. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Чистилище. Ну, попробуем шкатулочки заработать. 350 очков. Откройте нам букву Т. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Ну, третий раз. А там и шкатулка, глядишь. А. У вас ноль. Назовете слово целиком? Ну, Трофим Вениаминович возьмет и назовет слово. Давайте, давайте. Целиком, на халяву. Ну, конечно! Так, второй тур. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Вторая тройка. Вот задание на второй тур. Ну, вращайте барабан. Помимо основной функции в 11 веке до нашей эры, это приспособление также являлось символом власти и богатство. Шесть букв.
приспособление. Шестьсот очков. Буква А. Неверно. Прощайте, барабан. Пятьсот очков. Буква Е. Нет, неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. Шестьсот очков. Буква И. Замечательно. Откройте букву И. Ну, вращайте, барабан. Приспособление. Приспособление. 600 очков. Буква Я. Неверно. Вращайте, барабан. Приспособление. 600 очков. Буква О. Что? Откройте букву О. Ну, вращайте, барабан. Зонтик. Так. Почему не зонт? Ладно. 350 очков. К. Откройте букву К. Будете крутить барабан? Да крутанем. 500 очков, буква Т. Откройте нам букву Т. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Левую. Есть! Есть! Назовете слово целиком? Да уже пора. Давайте, давайте. Назвать слово. Абсолютно точно! Третий тур. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Третья тройка. Вот задание на третий тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. В нем любят бывать зрители, но не любят борцы. Партер. Это у борцов поза зю. Четыреста очков. Буква А. Откройте нам букву А. Ну, вращайте, барабан. А в народе эту позу... 500 очков. Буква называют членистоногим. Другое дело совершенно. Такой буквы здесь нет. Ну, вращайте, барабан. Это я так специально прикинул. Хотя, по-моему... 450. Откройте нам букву Т. Вращайте, пожалуйста, барабан. Про пузу говорил. Рак. Букву К нажал, придурок. Ладно. О, переход понял. У вас ноль. Крутите барабан. Крутим. 600 очков. Буква Р.
Откройте нам букву «Р». Назовете слово целиком? Пока нет. Хочу шкатулки. 350 очков. Гениально. Откройте нам. Назовете слово целиком? Да уже ж не назову. Давай шкатулки. 850 очков. Буква. Точно! Три правильно угаданных буквы. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Ну и... Теперь финал. Поборемся. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Финал! Прошу! Вот задание на финальный тур. Ну, вращайте барабан. Что означает знак градуса в древней символике? Градус. Часов. 350 очков. Откройте букву О. Вращайте, пожалуйста, барабан. Это я так ляг. Солнце. 350 очков. А вдруг? Откройте! Ну, вращайте, барабан. Ты смотри. Честно говоря, я не знал, что знак градуса. 350 очков. Означает солнце. Открыть немедленно. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Правую. Есть! Есть! Честно будете говоря, барабан вращать? Так, еще, может, шкатулка будет. Честно говоря, вот, честное пионерство, не знал, что солнце. Что-то в голову пришло. Может, какая-то генетическая 800 очков, память. Буква! Да кто ж будет спорить с этим? Откройте нам букву «Н». Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 450. Откройте букву «Л». Назовете слово целиком. Шкатулка. 600 очков. Буква «С». Точно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, так, правую, какую вам шкатулку-то? В прошлый раз была правая. Давайте левую. Есть! О, есть! Итак... И перед нами победитель! Супер-игра. Ну, если он такой сообразительный, то он сейчас выиграет. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Супер-игра. Трофим Вениамин. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на суперигру. Я разрешаю вам открыть любые пять. В 11 веке в Англии так называли
землевладельцев, державших свои участки под условием исполнения определенной службы королю. Не вассал, это точно. Ладно, пройдемся по гласным. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. Землевладельцы. Суперприза Трофима. Все, минута вышла. Не видать. Увы и ах. Ну да. Давайте. Класс. Но зато в скрижалях поле чудес вы навсегда остаетесь победителем. Да, и надо запомнить. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Если еще раз повторится, не забудьте. Сержант, класс. Ну что, пора в дом заглянуть. 212 тысяч есть. Кое-какие суперпризы есть. Так, сейчас. Тут призов нет. Светятся. Вот есть суперпризы, целая куча для. Хорошо, электромясорубка. Ага, требуется посудный шкаф. А посудный шкаф. Посудный шкаф. 18 тысяч. Плачь. Теперь нужно мясо разместить. Есть. Дальше. Что у нас тут? Это. Есть. И сука выжим. Где она у нас? Что-то я ее не видел. Ну что, пойдем-ка в прихожую. Ой, какая она у нас убогая. Ну, у нас 193 тысячи есть. Пошли в магазин. Для прихожей. Ну, купим комнатный этаж. Так. Рамка. Радиотелефон. Купим. Роликовые коньки. Купим. Лыжи. Ну а как же без них? GPS-навигатор. Обязательно.
Wi-Fi. Ну, конечно. Роутер. Портативный телевизор. Тоже тут. Дерево кухонное. Дерево. Домашняя сигнализация. От грабителей. Так, коньки профессиональные. Курковая шапка. 17 тысяч. КПК карманный. Калькулятор, хотел сказать. Компьютер. О, набор инструментов надо. В хозяйстве. Вещь необходима. Ну и купим смартфон, да? И шут. Ой, шуба. Аубин. Это у нас кто? Сейчас. 26 тысяч разумно косилка. Дороговат. Ясно. Тут пошло все на повышение. Нас даже на смартфон не хватит. Так, дверь. О! Входная дверь. Заменим. Есть. Красота. 5000 осталось. Можно бра заменить. 1800. За 1800 уже ничего. Глазок размешал. Ну, тогда будем зарабатывать дальше. Вот. Пока. Выход. Точно? Да.